Так, сегодня 13 апреля. Я первый раз вышла на снег. Там вот Орел, лыжники, там лыжня. Никого здесь нет. Я поражаюсь. Я уже обулась, в 7 утра встала. И вот решила пойти на Castle Peak, ну, собственно, не на Castle, но хоть немного подышать снежным воздухом, полюбоваться Господним творением. Я выехала, был дождь. Хороший дождик в Сакраменто. Вот. Ехала, был туман. Такой, наверное, что за 500 фит не видно ничего. А когда уже стала подниматься в горы, где-то, наверное, после 5000 фитов высоты, туман рассеялся. И вот, пожалуйста, солнышко, хорошая погода, тепло. Сейчас 11 часов. Вот мы и слушаем. Там шумная дорога. Но я трусь. Вот я с носом белым, но protected. Пока ехала, девчата помолились за меня, а я им рассказала каждой 21 главу Откровения. И видел я новое небо и новую землю. Прежнее небо и прежняя земля миновали, моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Я уже отошла от дороги, остановилась, чтобы раздеться. Жарко. Сниму сейчас курточку. И буду только вот в легкой кофте. Это такая легкая. И бобочки. Но жарко. Вот пищит. А почему пищит? Чекпоинт. Вот можно судить, сколько снега выпало. Вот эта таблица, собственно, она же выше моего роста. И здесь карта Donner Summit Trail. Столько много снега. Вот так. Вот там виднеется Castle Peak. Это вот такой трейл. Прекрасная погода, жарко. Я бы сняла и эту кофту голубую. Настолько жарко. Удивляюсь, что никого нет на трейле. О, появились люди. Слава Богу. Они на лыжах. Ой, как хорошо. Как хорошо. Как красиво. Вот еще идут. С собаками, наверное, на лыжах. Вот. Не одна я на этом трейле. Слава Богу. Вот Castle Peak. Hello.
Вот я не одна. Вот есть еще люди. Слава Богу. Чудесно. Такая красота. Это Castlebeck. А я стояла вот там слева. Обычно я выхожу на Ридж, вот, который сейчас вот у меня в объективе. А это Castlebeck. Красиво. Это группа. Вот они остановились. Видно, гид, тренер объясняет им что-то. А это вот значки такие. Значит, я на правильном пути. А лака собирается. Вот такая дорожка пошла, спуски, подъемчики. Но этот подъемчик, конечно, искусственный. Здесь насыпано много снега. Вот. Столько здесь намело. Верхушечка такая. Вот уже снежок такой мягенький. Много я пропустила, что раньше не ходила. Но ничего, даст Бог, еще похожу. Не могу не снять такую красоту. Как красиво. Тишина. Как я люблю сношую. Но посмотрите, какая красота. Но это же чудо. О, Господи, как велик ты. Слава тебе, Господь. А как же будет небеса в Новом Иерусалиме? Как написано, город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего. Ибо слава Божия осветила его. И светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Какая красота во свете. Вот сейчас иду во свете солнечном и во свете снежном. Все освещено, сияет. Слепит глаза, но там не будет слепить глаза. И не будет обжигать солнце. Слава Божия осветила его. Вот Castlebeck. Вот Божия слава. Вот еще два лыжника. Эй. Там еще один поднимается. Красота. Солнышко заходит за тучки. Собирается, наверное, дождик. Ну, посмотрим. Вот еще. Вот еще четверо на лыжах пошли. А мне придется уже возвращаться, потому что на 4 приглашена. Надо еще привести себя в порядок. Вот он, как сидит глубоко. Интересно. Сейчас 12:40. Я уже возвратилась вот на этот чек-аут место. Но интересно, будет оно пищать? А? Не пищит?
что, он не видит меня? А? Что должен увидеть меня? Что я возвратилась? Ну вот, пока дойду до машины, будет, наверное, 1:05. Пока все это переобуюсь, переоблачусь. Наверное, будет 1:30. Как раз хорошо. Приеду вовремя, даст Бог. Вот. Солнышко есть. Светит. Прекрасно. Я повторила 21 главу. 21 год. Более утвердила в деталях. Вот я уже прошла. Оказывается, вот здесь, да, надо, не там. Там прям проваливаешься. Я сняла рано чузи. Сношусь. И так проваливалась. А тут, смотрите, какой прямо яма такая. И здесь вода скапливается. Я представляю, когда все подтает, это растает снег. Да, будет много воды. Ну, вода тоже нужна, слава Богу. Итак, я уже в машине. Сейчас сколько? 1:24. Я прошла 2 мили. И буду ехать домой. Сниму туман. Да, да. Вот туман. Так, вот сняла. А справа река. Протекает. Это, наверное, траки-ривер. Вот здесь траки-ривер.